Ученики нескольких учреждений образования Ленинского района областного центра приняли участие в консультативно-образовательной акции «Мой выбор – жить с позитивом». В рамках мероприятия было охвачено более 300 человек. В их числе не только юные брещане, но и их родители. Участие взрослых не случайно. Именно в семье закладывается фундамент жизни человека. И если что-то идет не так, искать проблему нужно вместе. Акция, она дает нам возможность осознать и понять, что на сегодняшний день достаточно много семей в нашем регионе, в нашем городе, где ребенок не находит понимания в общении со своими родителями. И это очень большая беда. Такие акции позволяют нам выявлять такие проблемы, изучать, чем живет ребенок, и по возможности влиять на его поведение. В ходе акции ученики и их родители могли получить консультации врачей-специалистов, пройти диагностические исследования и разнообразное тестирование, а также принять участие в конкурсах. Свой вариант здорового досуга в рамках специальной экспозиции предлагали организации и учреждения города над Бугом. Сегодня молодежь, которая пришла, которая принимает участие в этой акции, сможет на время поучаствовать в конкурсе по сбору пазлов, поучаствовать в игре «Крокодил», при желании, конечно же, обменять сигарету на конфету и много-много-много другого. Конечно же, на сегодняшний день наша молодежь, она ведет в большинстве своем здоровый образ жизни, но есть еще те ребята, которые не совсем здоровый образ жизни. И именно эта акция, она больше профилактическая, мероприятие, которое направлено на формирование здорового образа жизни у нашей молодежи. Цель инициативы – продвижение идей здорового образа жизни, профилактика потребления психоактивных веществ, а также оценка степени зрелости молодежи и выявление лиц с высоким суицидальным риском. Особым, скажем, вниманием пользуется исследование УЗИ щитовидной железы, то есть большое внимание уделяется этому вопросу. Ну и, кстати, выявляются определенные заболевания или склонность к этим заболеваниям. И потом те же учащиеся направляются в эндокринологический диспансер на консультацию. То есть эти исследования и обследования, они важны. Самые разные ситуации, но все-таки можно чаще выделить. Вот, мы ведем анализ за последние три года. Это семейные конфликты, это какие-то неблагополучия семейные, и кризисные ситуации, и снижение, конечно, настроения. Вот эти какие-то депрессии, которые порой начальные, но они у детей присутствуют. К слову, юные брещане проявили к акции немалый интерес, а также сознательность. Представители подрастающего поколения уверены, здоровье важно беречь с молоду. Я считаю, что такие акции нужны, чтобы человек мог обратиться, мог спросить то, что его волнует, если идти к врачу, то, возможно, человеку как-то неудобно, возможно, он стесняется. А здесь со всеми он может найти опору и ответ на свой вопрос. Продолжение второго этапа акции организаторы запланировали на апрель текущего года. Мероприятие состоится на базе одного из учреждений образования микрорайона Ковалева. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.